Всем привет! Сегодня у нас с вами практическое занятие по модернизации танка, а точнее по замене электроники с 27 МГц на 2,4. То бишь была вот такая аппаратура. А делаем вот такую. Я до этого уже заменил блок. Вот я отрезал провода на двигатель, вот это все снял, полностью стоковую электронику и уже поставил, значит, вот такую Henlong версия 5.3. У меня вот аппаратуру. И что значит у нас получается? В принципе, так как там все припаяно, а здесь штекерочками, там в комплекте шло 2 или 3 штекера. 3, по-моему. Вот, смотрите, значит, методом тыка выбрали моторы, чтобы у нас машина ехала, танк ехал вперед, назад, лево, право, все пропорционально, правильно. Вот, и разъем на батарейку. Тут, в принципе, ошибиться нечему. Дальше есть для динамика место. Вот, динамика я взял с другого танка. И вот здесь момент какой. В пушку шел вот такой шлейф. Здесь все припаяно. Чтобы не отпаивать и, как говорится, переставить его туда, я его не стал отпаивать, а был у меня в другом танке не задействованный вот такой провод. Но он, как говорится, не тут как бы в плату подходит правильно, а здесь у нас штекерочки просто набор цветов, и когда мы начинаем их туда втыкать, у нас правильно ничего не работает. Соответственно, надо подымать пушку, он у нас ездит влево-вправо, ну и, соответственно, не стреляет ничего. Что мы сейчас будем делать? Я разбираю, значит, разъем. Достаю оттуда все провода. Вот, видите? И буду методом тыка менять распиновку. Сейчас мы будем подключать. Соответственно, найдем правильное использование и потом назад все это дело соберем. Соответственно, с чего мы начинаем? Мы начинаем в последовательности, как вот здесь у нас указано, как они идут друг за дружкой. Соответственно, мы их так друг за дружкой и вставляем. Видно вам там все? Давайте вот так вот поставлю. Вот, просто берем и каждый провод друг за дружкой вставляем. Сейчас мы их немножечко тут размотаем, чтобы они друг от дружки подальше были. И смотрим по направлению. Начинаем красный. Сейчас мы просто их втыкаем, чтобы понять, что у нас неправильно работает. Так, черный, красный. Так, запускаем танк. Так, чтобы нам все равно понимать. Так, вот смотрите, вверх, а он двигается лево-право. Соответственно, это неправильный канал. Так, я уберу звук, чтобы он нас не отвлекал. Соответственно,
этот канал неправильный. Значит, вытаскиваем и переезжаем с этими контактами на следующий, на следующую пару контактов. И опять проверяем. Мы сейчас двигаемся лево-право. Не работает. Так, вот начала работать пушка. Вверх-вниз. Все, значит, эти два провода у нас отвечали за пушку. Все, значит, за, как говорится, сохранили. Вытаскиваем их. Вытаскиваем. Берем наш модуль, как он будет втыкаться, вот так. И втыкаем во второй и третий канал. Все, воткнули. Так, все, с этими решено. Дальше, значит, мы берем следующую пару. Синий и желтый. Синий и желтый. Из них идут, значит, сначала синий, потом желтый. Втыкаем в первую пару наших контактов. Синий и желтый. Ребят, все методом тыка. Как говорится, сложностей никаких тут нет. Все, воткнули синий-желтый и проверяем. Вот, все. Пушка стала работать. Так, все, пушка стала работать. А, кстати, друзья мои. Пушка стала работать. Это хорошо. Но все-таки мы поступили неправильно. Там пушка ездила вверх-вниз. Это тоже неверно, потому что вверх должен быть выстрел. Соответственно, что-то мы там сейчас неправильно сделали. Так, берем, вставляем весь шлейф, который мы сейчас с вами собрали, с четырьмя контактами, и проверяем. Во-первых, лево-право правильно. А вот те два провода неправильно, потому что у нас идет вверх, я нажимаю, идет ствол вниз. Соответственно, сейчас будем менять. Так, красный с черным. Для начала мы, наверное, поменяем местами. На один шаг передвинемся. Давайте сейчас попробуем. Вот, видите? Синий с желтым мы точно оставляем, поэтому отодвигаем усик, которым он фиксируется в шлейфе. Ну, в нашем разъеме фиксируем синий. И достаем носик у желтого и фиксируем желтенький. Так, а вот красный с черным попробуем на одно деленице дальше. И как раз таки, возможно, все у нас заработает. Поставили. Проверяем. Так. Все. Вверх стреляет. Так. А вот вниз не стреляет. Давайте попробуем черный поставить после желтого. Нет, неправильно. Значит, черный мы вытаскиваем. Черный мы вытаскиваем. И пробуем использовать коричневый. Коричневый мы используем сначала на третий контакт и проверяем. Нет, коричневый тоже здесь не используется. Соответственно, проверяем черный уже дальше по контактам, чтобы у нас пушка начала стрелять.
Нет, тоже не работает. Возможно, я не разобрал еще один разъем. И дело в нем. Так. Вверх-вниз не работает. Неправильно. Так, значит, что мы делаем? Что мы делаем? Проверяем красный с коричневым. Также по всем контактам. Ну вот, смотрите, так у меня ничего не получается. Возможно, платы до конца не подходят. Хотя, посмотреть, если по цветам. Ну, ничего до конца у меня не получилось. Видать, не все платы полностью подходят. Надо да, еще будет посмотреть, поковыряться. Но у меня работает пушка лево-право. И пушка стреляет. Это самое главное. В принципе, ствол нормальный. Единственное, что вверх-вниз он не поднимается у меня. Но я еще с этим позанимаюсь. Так что, вот такой вот передел у нас с вами получается. В принципе, ничего сложного. Методом тыка просто все меняется и подбирается. Я думаю, что с этим разберется каждый. Вот. Но, как говорится, небольшое понимание ситуации должно быть. И теперь у нас с вами плавный ход на модели, потому что 2,4 ГГц позволяет плавно трогаться. Вот. И мы можем, как говорится, дозировать газ, чтобы не буксовать, не дергаться и плавно все элементы выполнять. Если было видео интересное, ставьте лайк, пишите комментарии. Вот, и мы с вами еще что-нибудь поковыряем. Ну все, всем пока.